Приветики всем. Всем с 8, всех девочек с 8 марта. От всей души поздравляем. Потом мы с души вас еще поздравим позже. Доча приехала, посмотрите. Какая-то у нас красота. И Куся себе тут приобрела подарочек, можно сказать, прямо на 8 марта. И вот такую вот штучку от Rituals. Это она мне сказала, это Raum Duft. Посмотрим вместе с вами, сделаем распаковку этой красоты. Как-то пахнет чем-то, запах, какой аромат. Сейчас я порихаю, сейчас мы протестируем. Стебчен. Auf jeden Fall riecht's gut. Riecht sehr gut. Вот такая здесь надпись. Очень длинные штепхены. И Вика сказала, на 3 месяца этого хватит. Это вот так называется, фрагментированные стики. Вот так, Rituals of Duo. Дао. Дуо. И сейчас будем, та-дам, самую главную распаковку. Так, вот такая шикарная упаковка. Даже не знаю, как вам сказать. Викусе дали тут целую гору парфюма, пробников уже бабушка. Моя мама один получила. Это пас, то есть паспорт, да. Это, конечно же, не подделка, естественно. Вика купила в Мюнхене. Как это называется? Обаполене. Да. Известно, да, все бутики, все дорогущие магазины. Давай, открывай, ребенок. Ребенок, твое открывай. Красоту. Я уже видела только фотографии. Я вчера была вечером на работе, и Викуля мне шлет фотографии. И я увидела их только сегодня утром. Ой, ты боже мой, какая прелесть. Красота. Красота, все так упаковано. О, это прям сумочка целая. Та-дам! Здорово. Давай, открывай. Подожди-ка. Ну, здесь качество, конечно. Это кожа или нет? Угу. Кожа, да? Потому что я расскажу, что я ГЭС покупала, и она говорит, мы кожу не делаем. Ну да, за такую цену это, конечно, будет кожа. ГЭС стоит несколько раз дешевле. Супер. Угу. Сколько для карты? Два только, что-то. Только через камеру видно. А, здесь хватает. Слушай, супер. Класс. Ich fand's mit dem roten Hals so schön. Да. Классно, необычно, да? Покажу вам поближе. Я, конечно, его рассмотрела и потрогала. Здесь вот эти вот канты. Оно все гладенькое, пригладенькое. Оно, конечно, шикарно сделано. Естественно, все ручная работа. Ну, я не профи, не специалист. Описывать, рассказывать вам сильно не буду. Просто покажу. Мне понравилось. Молодец, доча. Хороший вкус у тебя. Они ездили с подругой, подруга купила себе сумочку. А, то что? Такой вот, как называется? Гельбутель, портмоне, портмоне, да, портмоне красивее, конечно, звучит. Супер. Вика, маловато места для денег. Мелочи не будешь складывать, только откроешь парфюм, посмотрим. Потестируем. Да. Все, уже отпаковываешь, даже не подержу больше. Шутка, нет. Молодец, красивый, классный. Супер, мне нравится, что вот так вот все можно хранить, и сумки, и все. И такая твердая упаковка. Пыльник этот называется, да, как пыльник, это сумочка. Супер, давай, покажи-ка. Они все одинаковые, да? А, это один парфюм. Фашинные. А, розы, с розой. Der riecht so gut, den hat Oma auch genommen. Ну-ка, покажи, как называется. Ich weiß gar nicht, was die kosten. Ну, это тебе в подарок дали, да? Ja, genau. Это роза. Я розы не люблю. Можешь мне другой подарить? Ja, nimm beide. Nein, beide brauche ich nicht. Вот такой Викуся мне один подарила. Потому что роза не мое. Такие супер покупочки. Молодец. Я за нее рада. Супер. Вот такой вот паспорт. Он же чек. У Вики свой номер теперь.
Она теперь Кунде. И вот целая книга здесь прописана, как можно назад отдавать, в каких странах, филиалы и все прочее. Смотрите, какая у нас здесь красота. Цветник целый. Бабушкам цветочки и Викуськи. Скажи всех девочек с праздником. Всем девочек с праздником. Спасибо большое. Мы идем Викусю поздравлять, да? Танк, Дюши. Прикольно, Буси. Ну, Бусечку, да. Komm schnell. Ich habe Lippenstift drauf. Holst du trotzdem? Мама, муж передала нам яйца биологически чистые от курочек. Очень много мы сегодня уже жарили в таком красивом, шикарном пакете. И вот такие яблочки с бодензой. Запах, я еще не пробовала, но запах потрясающий. Настоящих яблок, не так, как в магазине покупаешь. И ничем не пахнет. Такие вкусняшки. Спасибо большое за гостинцы. Мои цветочки. Запретила мужу дарить мне дорогие букеты. Потому что он дарит по 50 ойра букеты. Ну, в деньгах не говорят, да. Самое главное цветы, но... Вот таких вполне достаточно самых весенних тюльпанчиков. Только недавно мне дарил на Валентинстаг, и я сказала, не покупай мне вообще цветы. Подарки продолжаются. Мои родители подарили мне вот такой вот пуловер. Спасибо большое. Днем я и буду отмечать 8 марта, наверное. И вот такой шикарный букет цветов. Тюльпанчики – это самые классные цветы для весны. И дочуня, конечно. Сколько ни ругай, ни говори, она всегда дарит подарки. Подарила и мне, и бабушке, то есть маме вот такой вот. Сумку. Это пляжная сумка. Прозрачная. Прикольная она из H&M. Это практически не видно. Вот такая вот там еще бумага внутри. Выглядит супер стильно. Спасибо всем. Здравствуйте. Здравствуйте, с праздничком. С праздником всех. Праздником. Покажите. Ой-ой-ой. Андрей, здравствуйте. Подожди. Проходите. Боже, прямо Андрей с хлебом солью. Проходите, проходите. Хлебом, ага. Здравствуйте. С праздником, доченька. И вас. Пойдем бабушек поздравляйте. Давай скорей. Пошлите бабушек поздравлять. Протрясемся. Тебе бежали сейчас пока переоделись. Спасибо, родной. Скажи, с праздником. Я тебя очень люблю. Спасибо, мой любимый, самый дорогой мой. Вот это подарочек мой, самый любимый. Самый больше... Вот это мне подарочек. Это самый любимый подарочек. Не надо, мам. Никакого. Это вот мой это подарочек. Самый... Красиво! Молодцы! Дорогие, милые девочки, поздравляю вас от всей души с праздником. Всего самого наилучшего, исполнения всех желаний. У нас уже вечер, я немножко подустала. Так замечательно провели время с родителями. Дочь приходила, теперь же все. Ну, все гости, конечно, разошлись, сынуля улегся спать, вернее, мы его уложили. И, наконец-то, я нашла время поздравить вас лично. Спасибо всем большое за то, что остаетесь с нами. Всего самого доброго и наилучшего. Всех целую, обнимаю, пока. Девочки, я хочу показать вам самый главный подарок. Посмотрите, что
Сынуля мне подарил. Они все сделали сами с папой. Смотрите, какая прелесть. Вчера пока я была на работе. И с утра сегодня мне уже подарил. Какая прелесть. Это просто и I love you даже написали. И вот такие вот украшения. Это кольцо, браслет, что такое. Он мне надел на пальчик. Сам сделал, такой счастливый. И вот такое они сейчас с папой смастерили вместе. Это, конечно, дороже всех самых дорогих бриллиантов. Вот такая красота. Самый дорогой подарок.